Добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня в прошлом ролике я рассказывал, как мы приобрели мультиварку фирмы Redmond. Вот такой вот RMC M22. В этом решили также совместно взять этой фирмой AeroGrill. Тоже Redmond, Rage 241. Вот такой вот AeroGrill для жарки. Основой пойдет вот этот же чаша от мультиварки нашей, подходит к этому аэрогрилю. Давайте откроем его, распакуем. Вот такой вот аэрогриль. Тут, в принципе, достаточно просто управление. То есть здесь мы видим таймер, на сколько минут выставляется. Здесь выставляется температура. Просто достаточно. Здесь выключаем. Это, по-моему, чистка какая-то, накаливание, чтобы. А здесь все, выставляется температура, которая нужна. И таймер. Достаточно все просто. Здесь вот такая вот ручка. Также шнур питания. Давайте. Вот как мы видим. Идеально, идеально подходит миска. Миска для от наших мультивар. Так вот, наш аэрогриль. Далее, что мы видим? Здесь такая же инструкция, гарантийный талон. И также вот 20 рецептов. Такой вот у нас. Такие вот рецепты, что мы можем приготовить в этом аэрогриле для начинающих. Дальше что у нас? Силиконовый коврик. Это силиконовый коврик для какой-то выпечки. Можно использовать. Дальше вот идут у нас непосредственно решетки. Вот они отлично устанавливаются в чашу. Также поменьше. Вот, вот так вот. Чтобы несколько. В два уровня можно что-то будет положить. Вот такая вот решетка. Ну это чтобы можно было доставать. Это вот зажим. Непосредственно, чтобы мы доставали оттуда что-то горячее. Вот так вот. Раз. И вот здесь захватываем два, как бы зажим вот такой у нас. Вот еще есть такая ручка. Вот такой вот у нас аэрогриль. В следующем видео мы тоже обязательно в следующем видео мы протестируем. Я что-нибудь приготовлю и сниму видео. Все. На сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.